К новостям спорта. Глава правительства Чечни и по совместительству президент Грозненского Терека Рамзан Кадыров крайне недоволен деятельностью голландского специалиста Руда Гулита на посту главного тренера клуба. В январе Гулит был приглашен в Терек на должность главного тренера. Рассматривая множество кандидатур, выбор был остановлен на голландском специалисте в надежде, что бывший именитый футболист сможет вывести грозненский клуб на качественно новый уровень. Сегодня мы должны признать, что Гулит не оправдал надежды руководства клуба. При этом отчет ошибок, допущенных им, ведется с периода межсезонья. Как следствие, перед 13-м туром команда, перед которой поставлена задача по итогам сезона занять место в Лиге Европы, занимает 14 место. На сегодняшний день глава республики Рамзан Кадыров крайне недоволен подходом Руда Гулита к своим обязанностям, который вместо того, чтобы работать, засучив рукава, учитывая турнирное положение, думает о барах и дискотеках. Учитывая все это, Рамзан Кадыров ставит перед Рудом Гулитом задачу привести с выезда с Перми 3 очка. При противном исходе матча Гулит будет уволен с должности главного тренера, резюмирует руководство клуба.